Дорогая моя, ну загляни уж ко мне все-таки, сделай милость. Мне как-то без тебя тяжело. Я понял недавно, что я уже без тебя не могу готовить. Все. Подожди. Ты обречена. Не-не-не-не-не. Обречена, ладно, но мы с тобой вчера договорились. Сегодня разгрузочный день. Я уже фитнес собралась, вон сумка целая. Так что давай, сегодня ты тот, то я пойду. Боже мой. Ну что, Илюш, ну сколько можно все время утром так плотно завтракать? Я уже как-то... Ну я не знаю тогда. Фигурку. Где он, мой любимец-то? Томас. Томас. Правда ты любишь креветки? Креветки вот, которые такие маленькие вкусные креветки. Правда? Ну, тебе сейчас достанется креветки. То есть, я не поняла. А еще я рис. Я не поняла. Да. Да, дорогая, да, ты уже на фитнесе, по-моему, да? Нет, я еще тут. А еще, Томас, ты иногда любишь рис, который мы тебе приносим из японского ресторана. Вот он пахнет тоже рыбкой, так хорошо. Вот, рис. Мы с тобой сейчас позабавимся здесь немножко, дорогой мой. А пусть любимая занимается фитнесом. У нас у тобой сегодня будет версия японских суши. Я Ой. Тут. Ты уже тут? Ты уже разделась? Ты уже без купальника? Все, конечно. Совратил буквально меня. Я тебя совратил. Знаешь, да? Чем? Я тебе сделаю такое сейчас. Ты удивишься. Это будет тортик. Но только тортик? Суши. Ой, зря. Суши-тортик. А, суши-тортик. Суши-тортик. Ты же любишь у меня. Ты коварный. Соблазнитель. Вот посмотри. Так. Посмотри, как я сейчас тебя буду соблазнять кошек. Дальше. Смотри. Кошек я не видела давно. Я пока ты вот... Это что-то делала рис. Вид, что ты собираешься на фитнес. Я не делала вид, я правда, ну посмотри, я уже сумку собрала. Ну как я могу тебя оставить одного есть? Ну ладно, ладно. Я тут, в общем, возился немножко. Слабая женщина. Это я рис промыл, видишь? Да вижу. Я рисочек промыл. Я себе для любимой. Это для меня. Начну готовить. Я уточню. Да. А то ты уже с Томасом тут завязал отношения, я смотрю. Ну что делать? Я сейчас возьму... Залью рис водичкой. Вот скажи, я всегда путаюсь, сколько нужно в рис добавлять воды, чтобы вот было правильно. Потому что есть разные версии. Или наоборот, в очень большом количестве воды, или риса должно быть столько же, сколько воды. Вот сколько должно быть? Нет, я руководствуюсь соотношением, что воды должно быть сантиметра на 1.5-2 выше, чем уровня риса. Вот и вся история. Вот и вся история. Скажи, пожалуйста, а ты вот маслицем капаешь наверх, нет, чтобы вот это зачем? Была пленочка? А я нет. Где-то такой способ читала. Нет, ну ты же не у меня читал. Ты меня только читай. Тебя только читай. Я давно уже прочла, конечно, всего. Но не всего еще прочла. Ну что ж, я тебя... Что ты меня? Упросил остаться здесь. Ну, упросил, да. Поэтому я не буду настаивать на том, чтобы ты помогала мне чистить креветки. Я это буду делать сам. Вот, очень хорошо, очень мудро. Понимаешь, я уже начал, между прочим. Ага. Я чайку пока попью. Буду смотреть, как ты это ловко делаешь. Тебе налить чайку? Да, налей мне, пожалуйста, чаечку. Так, сейчас. Сейчас я буду чистить креветочки. Я буду мучиться долго, правда, с ними. Потому что я один их чищу. Ничего, помучайся. Я буду долго их чистить, мучиться буду. Ну, пусть я помучаюсь. Пускай. Ради любимой. Ты знаешь, что труд сделал? Из обезьяны мужчину. Из тебя шеф-повара. Мне очень приятно смотреть, как ты для меня. Я уж потружусь, да. Да, пожалуйста. Корона с меня не слетит. Нет, не слетит. Не слетит корона. Они вареные уже? Нет, они сырые, их нельзя есть. Да ладно, обманываешь. Конечно, обманываю. Если они красные, значит, они вареные. О! Подожди секунду. А когда они сырые, они какого цвета? Серенькие? Серенькие. Точно. Я знала. Ну, ты не ешь много, потому что мы сейчас все-таки должны сделать из этого еще. Ну, хорошо, я одну штучку попробовала. Все. Все, ну, не более одной штучки. Все-таки сегодня удастся вот мой план разгрузочный, потому что... Ну, это будет легкая еда. Да, да. Ты молодец. Несомненно. Иногда, несомненно, сказать. Легкая еда будет. Легкая? Посмотри мне в глаза. Честное слово. Но быстро как-то ты посмотрел. Что-то у тебя этих очистков от креветок гораздо больше, чем креветок. Тебе я понимаю, что тебе больше нужно, очистки или креветки? Очистка мне тоже понадобится. Очистки? Мы заморозим их с тобой сегодня. Зачем? У
как-нибудь. Я тебе клянусь, что я их заморожу. Зачем? Я тебе сделаю как-нибудь соус. Соус? Из очисток. Что это за соус такой? Шикарный. Какая идея у тебя? Сегодня? Идея сделать тебе суши. Так. Я могу тебе сделать их традиционным способом. Но ты знаешь, я традиционным способом не люблю ничего делать. Ну да. Я сделаю тебе иначе. Немножко в русском стиле. В русском стиле? Да, в нашем стиле. Боже мой. Даже боюсь дальше спрашивать, что это будет. Креветочные котлеты? Щи из креветок? Нет, нет, это будет суши. Это будут суши все-таки. А русскость? Где русский акцент? Увидишь. Увижу. Как все загадочно и странно. Ты быстренько чистишь так. Ну, если бы мне кое-кто помогал, мы бы чистили в два раза быстрее. Кто? Томас? Он не хочет. Да ты что? Да. Он потому что лентяй. Да. Тунеядец. Ну ладно, ладно. Илюшка, сколько ты книг написал? Ну, я не считал. Ну скажи, нет, ну правда, ты же больше 20. Ну, креветок здесь уже меньше, чем я книг написал. Уже меньше, да. Вот. Но больше 20. Я просто сбилась уже со счета. Я тоже. Потому что у меня девчонки очень часто носили твои книжечки. Они покупали. А ты подписывал их вместо меня, да? Зная мою подпись. Да-да-да. Правильно. Ну а что? Должен же у меня быть свой маленький бизнес. А вот тяжело вам, звездам? Ой, тяжело. А ты всегда искренне вот пишешь, вот спрашиваешь имя? Нет, ты понимаешь, что я всегда спрашиваю имя, но я не могу придумать столько разнообразных каких-то пожеланий. Поэтому у меня есть некоторые стандарты. Ну, например. Ну, скажи, вдруг я тоже стану звездой? Например, нет, ну, я же, мои стандарты, они завязаны на специальность, на мою. Например, я могу писать там... Что там, ты можешь писать? Там, ну, какое ты мне женское имя? Дай мне какое-нибудь женское имя. Женское имя? Да. Клеопатра. Клеопатра. Там, да. Допустим, дорогой Клеопатре от автора. Восклицательный знак. Угу. Готовьте с удовольствием. И подпись. Я могу написать, допустим... Еще. Дорогая Клеопатра, желаю вам вечного аппетита. Угу. Троеточие к жизни. А если ты хочешь вот какой-то флиртик завести, вот какой-то романчик завести? Романчик завести? Да, вот как вот это сделать? Знаю я вас, гения. Я напишу так: дорогая Клеопатра, примите, пожалуйста, мою визитную карточку. Как это? И номер телефона. А там прямо вот номер телефона не напишешь? Напишу. Это вот книжка, так? То есть книжка расценивается как визитная карточка. Ага, ну я у девчонок проверю теперь. Лучше не надо. Всем понадписывал. Лучше не надо. Ладно. Немножко рис взбодрю. А вот ты его не солишь, да? Нет, нет, здесь не надо солить. Почему? Это запрещено даже, я бы сказал. Скажи, пожалуйста, это именно вот для суши? А как правильно, суси или суши? Ну, правильно, суси, конечно. Мне не нравится суси, мы суси как-то. Ну, я говорю суши тоже. Суши как-то, ну, у меня как-то вот... По-нашему. Да, по-нашему. У нас же должен быть какой-то русский акцент. Хотя правильно говорю, конечно, суси, сосими. Сосими. Ну, ну разве, ну как можно в России говорить сосими? Ну, ну а что? Ну что это такое? Не знаю. Почему ты не солишь рис? Это только для японской кухни? Это да, потому что для суши рис не солят, поскольку рис будет заправляться специальной заправкой, в которой уже есть уксус, сахар и соль. А можно еще один вопрос? Да, а конечно. А вот если бы ты не делал потом соус, ты бы купил уже чищенные креветки? Ты понимаешь, в чем дело? Я же готовлю для любимого человека. Готовые очищенные креветки, они выморожены, они сухие, они не сочные. Вот, поняла. Вот эти правильнее покупать. Хорошо. Я лучше буду мучиться чистить, но тебе будет зато вкусно, понимаешь? Понимаю. Поймал очко. Так. Словил. Ловил. Это огурцы. Да ну. Дорогая моя, да. Оп. Так. А кстати, ну, вот ты пробовал когда-нибудь варить огурцы? Конечно, пробовал. Они добавляются в китайские супчики, например. Да что ты, правда, да? Да, это не проблема, это вообще нормально. Я думала, я скажу что-нибудь такое парадоксальное, а тебя ничем не удивишь. Оказывается, люди уже все придумали. Ну и как вареные огурцы? Ну, очень... они немножко похрустывают, даже если их не переварить.
да, вполне нормально. Ну, нейтральный такой продуктик, как наполнитель, знаешь, для супа. Клетчатки? Не более того. Ну, тут клетчатки мало, мне кажется. А что вообще в огурцах есть? Вот у нас вода. У нас это самое вкус. Популярное блюдо. Это вкус. Вкус. Такой вкус свежести, понимаешь? Вкус молодости. Понимаю. Да-да-да. Это всегда вкус весны для меня. Вот огурцы пахнут корешкой или корешка огурцами, не знаю. Всегда, когда появлялись первые огурцы, еще снег лежал. Вот к 8 марта, я помню. Да. Ой, как это было здорово. Ой, что ты делаешь? Я немножко удаляю такую, знаешь, мокрую сердцевину. Зернышки? Да. А зачем? Хочешь, я тебе оставлю, маску себе сделаешь? Нет. Чем это я буду маски делать? Ты же сам сказал, что в огурцах ничего нет. Ну так женщины же делают маски из огурцов. Огуречный лосьон-то существует? Но это которым больше не из чего делать. Больше 50, маски. Да? Ну, например, да. Ну, ладно, ты еще молодая. Да. И в тишине только было слышно, как он обращается. Как кишки из огурцов удаляются. Ох, Илюша! А что тебе напоминает вот такая форма? Вот такая форма? Да, вот такой огурец. Видишь, я же удалил сердцевинку. Месяц. Месяц, что еще? Не знаю. Зубчик какой-то. Зубчик какой-то, так. Ну, что еще? Ну, говори, еще? Ну, я не знаю. Что еще, малышечка, тебе напоминает? Ну, что, твою креветку? Совершенно верно, креветку. Ага. Какая ты умничка. Да, это... Ты сегодня какая ты умничка. Да, это... А это все должно быть одинаковой формы? Это такая, ну, не обязательно, вот японская традиция? Да нет, конечно. Ну просто так. Чаек пей, а тут... О, спасибо тебе, дорогая моя. Вот, видишь, какие у нас будут салатики. Это салатик? Ты же мне сказал, суши будут. Я сказал, что это будет суши-тортик. Суши-тортик. Он будет салатиком, этот тортик. Помогу. Видишь, как у нас красивенько уже здесь будет сейчас. Так. Теперь. Сколько рис варится? Рис варится 12-15 минут. Так, мой чаек. Теперь так, кинза. Ну что, кинза? Странно. А разве кинза есть у японцев? Конечно, есть. Но я тебе сказал, что это будет такое, что-то такое в нашем стиле просто, понимаешь? Это не значит, что это будет что-то японское. Это будет в нашем стиле салатик. В нашем японско-грузинском, да, стиле? Да. А в Японии есть какие-то свои травки вот такие интересные? Не встречал. Гастрономические. А что они используют в качестве вот зеленых приправ, вот зеленых таких специй? Не знаю даже. Ну, вот есть у них укроп, петрушка у них есть? Ну, не думаю. Или они, вот не распространено? Вот не я думаю. Даже не могу, мне на ум не приходит. Слушай, мне тоже не приходит. Я сейчас не хочу чуть-чуть лимонного сачку еще. Аккуратней с ним. Ой, с лимонным сачком? Да. Я очень я чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Нет, вот правда, Илюш, вот, ой, вот интересно. Вот никаких травок в японской кухне я не припомню. Даже перец. Перец у них есть? По-моему, нет. Есть, есть. Есть перец, да? Капельку коньячку сюда дать. А, коньячку? Ну, тут буквально вот. Но вот это вот уже ближе к нам. Следы. У них, наверное, только сакэ. Возьму сою еще немножко. А вот соя это к ним. Возьму сою чуть-чуть. И возьму немножко, да, еще, да, острого соуса чили. Острого соуса чили. А соус чили он откуда к нам пришел? Соус чили пришел с Юго-Восточной Азии тоже. Угу. Мне раньше, когда я была маленькая, мне казалось, что он из чили. Ну, чили. Из чили? Да. В общем, с детства нас учили. Нет страны прекраснее чили. Да-да-да. Так, и что же это будет такое? Такое острое уже. Это будет салатик. Салатик. И еще, конечно, в нашем стиле. Заинтриговал. Вроде так все простенько. Но ты всегда, у тебя всегда есть какой-то рояль в кустах, образно говоря. В нашем стиле немножко майонезик. Ой, не надо. Не бойся, ну, это легкий майонез. Легкий, то есть оливковый? Легкий в смысле, что не жирный. Не жирный? А вот сколько, по-твоему, не жирный? 90%. Сейчас немножко сюда жгучего перчика еще дам. Ну, я не знаю. Тортиком пока не пахнет. Ой-ой-ой-ой. Это сладкий, я надеюсь? Это жгучий. Это жгучий? А! То есть, как съешь ложечку, так
тортик покажет. Не бойся. Не бойся. Ты мне все время говоришь, не бойся. Ой-ой-ой. Томас аж вздрагивает. Так, и что? Все, он пока полежит. Вряд ли. Теперь... Надо попробовать. Мы сейчас... Так, доварим рис. Он сейчас... А ничего. Питает воду. Вкусно? Вкусно? Не надо. Я попробую тоже. Да. Очень даже вкусно. А что это? Я боюсь. Дам тебе ложечку. Давай ложечку. Попробуй вот эту штучку. И сказать тебе, что это? Да. Если смогу. Да. Это так. Я принес втихаря от тебя. Ты все делаешь втихаря от меня. Так, сейчас попробую. Ой! Вкусно? Ой! Сказать, что это вкусно? Ничего не сказать. Трудно. На. Это вот эта заправка для риса, я поняла. Да. Там уксус, сахар. И соль. На. Я не могу это, да? Заправка продается уже в магазинах. Ой, лучше самому сделать. А когда я ее делаю сам, знаешь, сколько я беру? Нет, ты сейчас будешь смеяться. Ха-ха-ха. Для этого надо брать, смотри, литр рисового уксуса. Рисового? Да. Так. Только рисового. Так. 600 грамм сахара. 600 грамм сахара? 200 грамм соли. 200 грамм да. соли? И получается всего вот столько? Нет, получается такая консистенция. Поняла. Эта жидкость очень тяжелая, потому что она напоминает сироп. Вот я смотрю, сироп. Даже я не смогла. Тяжелая по весу, сироп. Значит. И, а это на какое количество риса? Очень на большое. Ты сейчас посмотришь, сколько мы будем добавлять этой жидкости. Угу. То есть надо по чуть-чуть, да? То есть да. не переборщить. Все, сейчас рис почти готов. Так. Он еще может чуть-чуть отдохнуть. Угу. Минут 40. А там вся вода выпаривается? Да, минут 40. Да ладно, я кушать хочу. Сейчас. Ты еще на фитнес успеешь даже у меня. Ага, куда же я пойду теперь? Ты до вечера еще на фитнес успеешь. А-а-а. До вечера. А зачем ты вот так вот это бодришь? Чтобы он равномерно пропитывался, чтобы он не сох. А вообще вот так нужно с салатом поступать, да? Время от времени, если это допустимо, допускает его консистенция. А вот оливье допускает? Не, ну так слишком часто оливье-то не надо, не надо конечно, да? мучить. Коньячку немножко вот надо добавить. Аккуратнее там с коньячком. Все, считаем до, до скольки? 150. О, я не могу. Не можешь? Нет. До 149. Да. Давай. 39, 40, 50. Есть. Стоп. Ура. Ну вот видишь. И он отдохнет минут 10. Еще минут 10? Господи, как же это долго. Под крышечкой. Это нужен японский характер, чтобы все не это... Не говори, выдохнуть. Слушай, да. Да ужас. Отдохнет. Передохнет. Видишь, как у меня сварился рис? Вижу, как у тебя. Дай мне попробовать. Я хочу понять состояние. Дай мне маленькую. Ой. Дай. Ай-ай-ай. Ай, горячий. А ты думала, что он холодный будет? Я ничего не думала. Я руки тянула. Да, он такой доваренный, да. Но, слушай, как у тебя вот прям вот получилось, а, здорово. Все? И вот так вот его надо слоями аккуратненько? Я, чтобы резиночки не разрушить, потому что это очень важно. Ой. Теперь смотри, любимая. Так, вот сколько надо на такое количество? Я поливаю вот этим вот кисло-сладким уксусом. Ну, это очень ядреная вещь. Солено-сладким уксусом. Значит, уксус, 600 грамм сахара, литр уксуса рисового, да, 600 грамм сахара и 200 грамм соли. О, да. Ой, как ты так. То есть это не перемешиваешь так деликатно-деликатно? Рубящими движениями, чтобы рис, не дай бог, не... Да, я попробую, вдруг у меня получится. Чтобы рис не... Не разломался. Не разломался. Да, я попробую. Ну, дай. На, пожалуйста, пробуй. Это когда вот тремор легкий, да, вот так хорошо. Правильно я делаю? Хватит есть риса. Нет, я пробую. Это основа для торта у нас? Да. Давай еще чуть-чуть. Ой, ты не переборщи только, пожалуйста. Вот после этого рис становится клейким. Вот после... А уже можно его вот так вот по-нашему? Нет. Нельзя, как кашу рисовать.
Потому что, вот, например, ты попадал какой-нибудь сахарный сироп на руки, правда, пальцы клеятся? Правда. Вот сюда, здесь риск, когда в него попадает такой сироп сладкий, ну, да, сладкий, он начинает клеиться. Ой, на, Илюшенька, я больше не могу. Ой, как это все непросто. Нужно японское терпение. Правда. Откуда у тебя японское терпение, Лазарсон? Да, вот кто его знает, откуда у меня японское терпение. Да. Видишь? Оп. Кольцо. Купил тебе кольцо. Угу. Я так и знала, что это будет чудесная шутка. Еще скажи, обручальное. Нет, конечно. Ты что? А, это с бриллиантом, да? Ты что? Кулинарное кольцо. Это ценнее. Это кулинарное кольцо. Какие бриллианты могут сравниться с хорошим кулинарным кольцом? Да. Это правда называется кулинарное кольцо? Конечно. Нет, Илюш, правда? Ну а какое же? Тут нужно не обручальное же, ну? Ну не обручальное точно. Хотя кто знает. Ладно, не бойся. Да, я боюсь. Я уж было испугался. Не обручальное ли это кольцо? Так, вот так вот мы это вот это вот выкладываем. Ой, а дай я попробую рисинку. Сейчас. Ам. Какая у нас? Ой, какой он стал. Интересный. Вкусный, правда? Да, у него появился такой характер. Угу. Интересно, интересно. Они разного диаметра бывают, эти кольца? Да. Оно раздвижное? Нет. Нет? Это не раздвижное. Ну ты разве не видишь? А как же мы оттуда будем? Да. Ой. Ой-ой-ой-ой. А что же они так не додумали? Да вот такие, понимаешь, что они дураки. Да. Не японцы, потому что. Не японцы, однозначно. Подожди секунду. А японцы разве не пользуются такими вещами? Нет, это же они так не делают. Они это так я не... так придумал. А, это ты так придумал? Суши-тортик, да. Суши-тортик? А это тебе просто лень суши лепить? Так проще. Да вот мне не лень, но так проще. Для любимых. В Японии, кстати, все проще делают. Там, конечно, делают традиционные суши. Но ну, там могут вот взять так тебе, вот взять такую мисочку, например. Взять, ага. Вот как у меня вот соль лежит. Да, и навалить туда. Да. И говорить, что это суши. Навалить туда риса. Угу. Тепленького. Сверху да. Положить какие-то кусочки рыбки. Ага. И созерцать. Рядом имбиречек. Палочки. И, пожалуйста, ешь. Я сейчас возьму индивий. Индивий? А индивий используется в японской кухне? Ну, наверное, да, но это такой не очень. Это бельгийский продукт, кстати. Индивий? Да. Он же цикорий? Да. Угу. Так, ты его очень любишь. Я его дико люблю. Ты его дико. И он меня любит. Индивика. И он тебя любит. Сейчас ты будешь нарезать, как креветки, да? Нет, я ошибаюсь. Нет, дорогая. Он очень полезный. Да. Что же такое? Зачем ты заборчик строишь этот? От тебя отгораживаюсь. Ой-ой-ой, не удастся. Поздно. Да уж. Поздно-поздно отгораживаться мне. А я знаю. Ты туда что-то внутрь положишь. Не иначе салатик. Да ты что? Вот так я придумала. Какая ты умничка. Да. Да. Все? Вот так? Да. Просто похоже на какой-то... Ух ты! А ты говоришь раздвижное кольцо. Зачем раздвижное? Надо просто снять и все. Ну не все же такие рукодельники, как ты. Ой. Точно. Теперь? Я забыла, что японский торис, он формируется очень хорошо. Распускаешь, да? Космодром Байконур. Такое навязчивое, такая ассоциация, не знаю. Жизни была космонавт? Да. Гагарин. Там, да. У тебя бывает там звезда героя вот так на левой груди висит. Так. Так, ну что? Салат это наша нотка. Наша а нотка? Вот это японское все рис, понимаешь? А креветки это наша нотка, да? Ну салат такой немножко с майонезом. Это вот вот майонез, мне кажется, да. Это наша нотка. Я тебе говорю, что тут наша нотка немножко. Наша нотка. Да. Так и да. Мы бы лопаточку такую возьмем. Ой, обрадовался. Тоже наша нотка. Как ребенок, да, лопаточка, это наша нотка. Ты видишь как? Я вижу, очень красиво. А ты фитнес хотела. Ну, молодая, глупая, порывистая. Ну, не надо уж так, не надо уж так, молодая, глупая. Ну, а что это, плохо разве? Ну, не глупая, mm-hmm. Но молодая. Молодая. Красиво. Или
я... Ты художник. Вот, видишь? Да. Ой, еще что-то? А, имбирь! Точно. Я очень люблю имбирь. Так. Оп. Я буду прятать немножко имбирь. В гнездах. В гнездышки в эти. А зачем прятать? Ты его стесняешься? Нет. Зачем ты? Ну, просто я имею в виду. Положу. Ой. Сейчас сок так вот сюда идет очень красиво. Знаешь, вот что у тебя все время получается? У тебя получается очень красиво, при этом не вычурно, так очень естественно. Как ты этого добиваешься? Так это вот моя такая позиция поварская, чтобы не было искусственных каких-то украшений таких сильных. Здесь же имбирь нам нужен. Конечно, нужен. Но все к месту, все очень красиво, при этом так художественно. Вот очень так вот. Ну сюда еще доложи чуть-чуть. Хочешь соевый соус, чтобы у нас был с тобой? Не знаю. Сюда? Нет, вообще, рядышком. Вообще хочу, отдельно, да. Отдельно. Нет, рядышком хочу. Отдельно, да? Да. Но я беру. Подожди, я сейчас подумаю, нет, куда же мне соевый соус налить. Ну, налей там какую-нибудь штучку. Возьми соусницу, там где-то у меня была. Да вот я не могу найти. Да ладно, я уже не знаю где. А вон там, посмотри, нету? Вот соусница. Рядом, рядом. Здесь, вот. Здесь у тебя маленькое молоко. А, молоко. А вот я сюда налью. Давай, да, да. Стаканчик точно. Этот. Уже не терпится. Нам хватит. Да, мы ничего не будем, давай стаканчик. Ну что, так. Я беру? Я готова вот это сплести. Ну, мы будем есть из тарелок. Да, да? Конечно. Из тарелок бери есть. Тарелки, бери приборы. Я не могу оторваться. Как красиво. Не зря. Я понесла пока вот это вот. Давай. Все за стол. Красота. Красиво. Возьми ножи на всякий случай. Самое главное, что нет никакого подвоха. Нет, подвоха все, никакого нет. Никакого сегодня подвоха. На двоих, ну, на двоих нормальный такой тортик. Хотя, если взять меньшее кольца, то можно делать совсем порционный тортик. Нет, лучше на двоих. Я тебе когда-нибудь сделаю порционный тортик, кстати. Я ну что? На двоих, мне нравится. Ну я что, сейчас, я готова. Я сейчас тогда буду немножко должен уже разрушать, слушай. Ну все, мы посмотрели, насладились. Немножко разрушать. А бери по одному. Смотри, листочку, да. Вот здесь будет рис, да? У тебя будет лежать. Хорошо. Здесь теперь имбирек. Так. Рис. Тебе вот здесь будет лежать. Так. Сейчас я тебе кладу салат. Да, салатик у меня побольше, пожалуйста. Рядышком. Классно. Рядышком кладу тебе салатик, дорогая моя. Так. И теперь ты пробуй. Пробую. Сама? Пробуй. Возьми немножко риса, да. Ножичком подложи туда наверх креветок, или удастся тебе сделать без этого. И все, и пробуй. Нет, мне не удастся. Ты мне раньше вот говорил, закрой глаза. Нет, сейчас... я могу сейчас, но я не донесу до тебя сейчас вилку с этим, со сложной конструкцией. Тебе будет хорошо. Просто быстрее самой. Мне не жалко. Тем более, ты сегодня себя принесла в жертву. Я тоже это ценю очень сильно. Ты не пошла на фитнес. Да уж. Ну, не жалею об этом, наверное. Сейчас. Ну, смотри. Все, торжественный момент. Давай. Но... Давай. Ой, хочу еще. Как нежно, вкуснота. Ты знаешь, для компромисса назовем это фитнес-завтрак, правда? Да. Потому что тут все полезное. Я себе буду это делать сама каждый день теперь. Повтори-ка мне еще разик, пожалуйста. Звонишь мне, я прихожу, беру круглозерный рис, промываю его хорошо в воде. Так. Варю его, залив холодной водой на 1,5 сантиметра выше, чем рис. Быстрое закипание, а потом медленная варка под крышкой, 15 минут. Все готово. Потом я делал такой салатик из огурцов, креветок. Пока рис варится. Капельку майонеза, немножко кетчупа, немножко чили-соуса. Капельку коньяку, если есть. И потом уже формуется тортик, когда рис выкладывается в кольцо. Вот кольцо, вот это правда кулинарное кольцо так и называется? Да. Потом делается бордюр из листиков эндивия. И внутрь этого бордюра мы кладем креветки. Тогда этот бордюр не дает этому салату растекаться, так сказать, и терять свою форму. Все, потом берем любимую. Так, у кого есть. Не разрешаем ей пойти на фитнес и едим. Чудесно. И заряжаем ее энергией. Заряжаем ее энергией. Супер.